Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня такое необычное видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну и в конце, конечно же, напишите, как вам такая задумка. Меня попросили многие подписчики рисовать кукол в виде каких-то знаменитостей. И чаще всего очень попросили нарисовать Моргенштерна. Я думаю, все знают этого певца. Поэтому сегодня у меня будет такое необычное видео. Единственное, что рисовать я его стала за кадром, а не при вас, потому что я особо не художник, и у меня это заняло достаточно большое количество времени. Поэтому не судите строго, и давайте приступим. Итак, хочу сначала покажу вам черно-белый вариант своей куколки, а потом уже покажу цветной. Черно-белую можно будет скачать и, соответственно, если захотите, сами раскрасить и как бы да, одежду рисовать. Итак, раз. Вот такой вот певец у меня получился. Единственное, я ему только кожу покрасила. Посмотрите, вот так поближе покажу. Вот так вот выглядит личико. В принципе, для куколки очень симпатичный, мне кажется, получился мальчик такой. Я его одела в домашние такие штаны и в обычную такую вот маечку. Тут даже вот его татуировку видать. Ну, я не скажу, что он прям у меня супер похож на настоящего, но я и не делала такой прям цель, чтобы, знаете, я же не портретист, да, то есть по портрету, там, по лицу полностью нарисовать человека не могу. Но какие-то общие черты, что-то вот общее есть, мне кажется, очень даже такой симпатичный мальчик получился. Я его не стала вырезать, раскрашивать. Он специально подойдет, могу потом в Инстаграм выложить, его можно будет вот такого скачать. И второй, уже более такой интересный персонаж, ну, это тот же. Итак, встречаете Морги 2. Вот так вот он выглядит. Давайте я покажу поближе. Вот этот вот прям вообще, мне кажется, где-то чем-то очень даже похож на нашего певца, я надеюсь. Он не обидится, потому что я очень старалась, чтобы он получился симпатично и красиво. Вот такая на нем маечка. Ну, нарисовала его в таких вот шортиках, чтобы на него можно было одежду тоже рисовать. Различную, скажем, для сцены, да, для выступлений. То есть, ну, вот такая вот. Он яркие вещи любит, поэтому вот так вот у меня выглядит Моргенштерн. Ну, я мальчишку, скажем, назвала вот этого, это Морги, а это Штейн. Вот так вот. Ну, мне так хочется. Надеюсь, никто против не будет. Посмотрите, какой он симпатичный. И единственное из одежды, что я на него сделала, это его сценическую шляпу, точнее, женскую шляпу, в которой он, вот так она выглядит, в которой он пришел на какую-то премию. Не могу сказать, какую, не смотрела, но видела, что он был в такой шляпке. Она очень большая, потому что у него вот эта прическа такая крупная. Но все равно вот так вот. Или, например, вот так вот. Смотрите, можно на него эту шляпу нацепить. Он там, по-моему, еще в женском платье был. Ну вот, поэтому вот такая вот шляпа я ему досталась. Осталось только платьице ему женское нарисовать, которое посмотреть там какое. И он будет прям похож. Вот так. Посмотрите, очень даже симпатично. Напишите, какой вам больше понравился. Такой или такой. Хорошо? Морги или Штейн? Какой? Ну и в дополнение я обещала вам одежду на одну из куколок нарисовать, бумажных. И у меня выбор пал вот на эту вот красавицу. Посмотрите еще раз, как она мило выглядит. Вообще мне очень нравится куколка. Как бы очень-очень милая, поза у нее хорошая. И я на нее сделала большой, ну, такой определенный комплект одежды. Еще есть не раскрашенные, как бы, одежда. Ну, та, что уже я успела вырезать, покрасить, я вам сейчас покажу. Итак, первое. Это вот такой вот комплект, такой осенний, скажем, наверное, одежды. Кофточка, да, шарфик и такие вот брючки, не брючки. Вот так это выглядит. Давайте сразу на нее я померяю.
Вот так, посмотрите, мне кажется, очень хорошо. Подружка у нас, видите? Девочка-блондинка, подружка, она намного его меньше, симпатичная такая. Посмотрите, мне кажется, они хорошо смотрятся вместе. Вот так вот выглядит первый наряд. Дальше. Вот такое маленькое, красивое, такое серенькое платьице. Вот, смотрите. Прям вообще очень легкое, его легко рисовать, но оно очень на ней хорошо смотрится. Только посмотрите, какая милашка получилась. Опять-таки, у нас тоже, видите, обувь вон, зелененькая и там. Они идеальная пара у нас получились. Вот такое вот платьице, и как бы оно на ней очень хорошо сидит. Дальше, вот такой вот рабочий комплект одежды, блузка и юбочка для работы, например, в школе очень, да, подходит, или там, не знаю, какой-нибудь администратор такой вот в отеле там. Вот так это выглядит, посмотрите, юбочка, у нее тут такой разрез на ножках, то есть как бы очень симпатично. И вот такая вот голубенькая блузочка, посмотрите, тоже правда, вот как на ней хорошо сидит одежда, прям красила я ее и фломастерами, и карандашами, и маркерами, то есть, ну, одежда разных цветов, ну, как бы из разных материалов покрашена. И вот такая вот девушка у нас стоит с морги, очень, по-моему, хорошо, да, прям красиво. Дальше у нас идет такой немножко фривольный, да, нарядик, наверное. Вот такая вот, а вроде скромная юбочка. У нас тут талия такая прозрачная у куколки, да, посмотрите, вот так. И к этой юбочке вот такая вот короткая-прикороткая кофточка. Вот так. Она такая, хотела я сделать, что она такая разлетайка, не в обтяжку, знаете, свободная. И опять-таки цвета прям совпадают. Мне кажется, они идеальная пара уже просто. Ну, конечно, если этого покрасить, тоже будет хорошо смотреться. Вот так это выглядит. Дальше есть такая у меня. Вот такое немножко праздничное платьице, вот такое, очень красивое, коротенькое. У нас девочка со стройными ножками, поэтому может себе позволить. Так, и вот так вот оно на ней сидит. Вот, посмотрите, очень красиво, мне кажется, сочетание цветов подходит под ее волосы, и как бы оттенок хороший, красиво смотрится платьюшко. И вообще, мне кажется, ей короткие наряды очень идут. Я, честно сказать, с удовольствием вот на эту куколку рисую сейчас одежду. Мне нравится как бы и сама куколка, и у меня фантазия есть, что можно ей сделать. Так, дальше, смотрите, у меня вот такая вот ночная, наверное, больше сорочка. Очень такая нежная, тоже коротенькая. Посмотрите, как она хорошо на ней сидит. Здесь белой гелевой ручкой вот это вот все, узорчики как бы, да, такое выделено. Потому что темное, но не очень было бы видно. Посмотрите, как хорошо. Вот такая короткая ночнушечка. И последний наряд. Это вот такое красивое длинное платье. Летнее. Длинный сарафан или платье. Вот такой прям он в пол. Тут чуть-чуть только ножки. И вот так вот она смотрится в этом платье. По-моему, тоже очень хорошо ей. Ну что, вообще, мне кажется, очень замечательная подружка у него получилась. Точнее, даже у двух вот этих парней вот такая вот девочка красивая получилась. На этом у меня все. Как вам понравились куколки? Скажите, какой из них лучше? Как вам девочка с ее одеждой? Хотели бы вы еще увидеть комплект одежды, которую я на нее нарисовала, но еще не вырезала, не покрасила? И, конечно же, вам хорошего дня, хорошего настроения. Смотрите, получайте удовольствие, творите. Всего-всего, пока-пока!